Состоялась встреча членов молодежного совета с главой Ленинского района Олегом Хромовым. Активисты обсудили с главой района все положительные идеи прошедшего молодежного форума по делу, которые могут быть воплощены в жизнь уже в ближайшей перспективе. Так, например, итогом круглого стола «Осознанное волонтерство. Чем и кому помочь» станет проведение предновогоднего молодежного фестиваля, и этот проект будет организовывать сама молодежь. «21 и 22 ноября прошли встречи с населением по обсуждению проектов благоустройства дворовых территорий на следующий 2016 год. Организовать встречи на месте, непосредственно там, где планируется выполнить благоустройство, инициировали сами жители. В них приняли участие представители администрации Ленинского муниципального района и городского поселения «Видное», депутатского корпуса, молодежного совета при главе Ленинского района, общественники». В пятницу горожане смогли принять участие в Марийском национальном празднике «Упычемыш». У кинотеатра «Искра» выступил государственный оркестр национальных инструментов «Марий Кундем». А в субботу видновчане отмечали чувашский праздник «Чуклеме». В этот день выступил народный фольклорный ансамбль «Телей» Чувашской республики. Обоим коллективам от администрации городского поселения «Видное» вручены благодарности за участие в праздниках, которые посетило большое число жителей. Совместно с видноскими казаками сотрудники ФСКН осуществили профилактический рейд на территории ЖК «Суханово парк» в сельском поселении Булатниковское. На предмет хранения и распространения наркотических веществ были проверены граждане Кыргызской республики, работающие на строительных объектах микрорайона. На месте проведения рейда работали оперативные сотрудники, кинологи с собаками, осматривали все возможные места сокрытия наркотиков в жилых помещениях и за их пределами.